Итак, грибной канал в Крылатском, Олимпийская регата. И первым мы показываем финальный заезд байдарок-одиночек на дистанции 500 метров. Вместе со мной этот репортаж ведет олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Виноградов, участник Московской Олимпиады. Саш, ну вот давайте с вами будем как бы рассказывать о... с позиции сегодняшнего дня о событиях 30-летней давности на грибном канале. Итак, вот байдарка-одиночка. Давайте будем представлять, кто, значит, претендует здесь прежде всего на медали. Ну, на медали в этом заезде, естественно, претендуют сильнейшие гребцы, наверное, тогда еще социалистического лагеря. Это Василий Диба, Румыния. Янич, Югославия, и ГДР, естественно, Петр Бишев. Но сейчас впереди идет Владимир Парфенович по третьей воде. Я думаю, он составит достойную конкуренцию всем соперникам. Ну, мы не будем скрывать того, что результаты уже 30 лет этой регаты известны, и поскольку мы репортаж ведем сегодня, как бы помогая смотреть Олимпийские игры 30-летней давности, вот они соперники. Белорус Парфенович идет к финишу, вот это третий номер, вы видите у него. Ну и рядом с ним Василий Диба, румын, австралиец Джон Сумегі. Вот финиш. Вот в таком порядке они и финишируют. Первый Парфенович, потом Сумегі и Диба на третьем месте. Вот если давать оценку как бы этому заезду, Александр, скажите, мог ли кто-то еще из тех, кто не приехал на Олимпиаду, тогда вот соперничать? Мне трудно сейчас сказать об этом, но я могу сказать лишь об одном, что Владимир выиграл тот заезд очень уверенно, и обычно гонка на 500 метров проходит с более меньшими отрывами между соперниками. Ну да, в чем вот, в общем-то, так сказать, такая, если говорить об особенностях гребли на байдарке-одиночке, на ваш взгляд? Ну, особенности, вы имеете в виду, какие особенности? Как вида спорта, то... Да, это же 500 метров, это же спринт, будем считать. 500 метров, да, гребли на байдарках каноэ — это спринт, хотя сейчас гоняются и по 200 метров уже. Но тогда это была самая короткая дистанция спринтерская, и проходит она, надо сказать, на одном дыхании проходила. Ну вот, мы не успели включиться, как говорится, в действие, а уже заезд один позади. И сейчас, в общем, мы с вами будем смотреть следующий. Вот радостный Парфенович, но он вообще был одним из героев этой Олимпиады, да, на грибном канале. Вы вообще как, в дружеских были отношениях с ним? Ну, у нас вообще сборная команда по гребле отличается такими дружескими отношениями. Мы до сих пор встречаемся. Вот, и каждая встреча, конечно, приносит нам радость, массу воспоминаний. Вот, и сейчас большинство...